Вот такие наши елочки канадские. Они уже на старте, на раскрытии, дать первый молодой прирост. У некоторых канадских елочек очень контрастный молодой прирост. Например, у Дейзи Вайт. Она сейчас буквально недельки через две преобразится полностью в такой ярко-желтый кислотный цвет. Вот такая Sun of the Sky тоже станет желтенькая, хотя сейчас она, камера немножко не передает, немножко с голубизной. Также есть коники и разные сорта. Елочки, они небольшие, они хорошо смотрятся как и в отдельных каких-то посадках, так и добавят яркости и изысканности в каких-либо композициях.